должны... В общем, без фильма одежды здесь не обойтись. Они должны, конечно, смотреться. Сначала я сделала футбол, но мне посоветовали, что футбол был не совсем официальный для людей, которые представляют недвижимость, которые надают коттеджи, и не что-то серьезное. Я решила, что раз в течение контакта, она достаточно, но у меня есть смысл, что все это сделать. Самый первый.
квадратики. Это какой раздел сайта? Это не какой-то. Не какой-то какой? Это именно на месте, в поселке, навигация, это поселок. То есть на сайте еще это не обязательно. Квадратики. Вот раз, два, три. Третий раздел под берегом, правее. Это что за раздел сайта? Вот, да. Это еще сразу после заглавного картинка, которая, кстати, переключается сама, то есть картинка, где выбираешь. Это все какие-то факты, например, сколько построено коттеджи, какая площадь, с какой их ограничит, обещанная инфраструктура, то есть какие-то моменты, факты. Кстати, в этой анимации какие-то квадратики будут там меняться местами, исчезать, появляться. Так, но очень популярный профан. Ну, я не сказала. Как заниматься, это будет скучно. Ага, здесь работает. Хорошо. И так, поясните, пожалуйста. Программа, да, здесь я их не подписала. Еще на выходе, да, у меня не совсем адекватная, она появляется. Ну, например, если я сделаю такую же ширину, как конверт, тонкая навигация, она будет очень тонкая. Хорошо. А к знаку отношения имеют эти программы? Они имеют отношение, скорее, к дескриптору, к тонким вот этим изменениям. А то, что они округлые, да, они исходят из логотипа, из этих вот этих вот структурности, которые вышли из шрифта. А вот внутри сами, что они поясняют эти программы? Это навигация на местность? Да, да, в поселке. То есть что в поселке у вас дерево означает? Парк. Поселок 2. Да. Хорошо. Поселок, а ручка, карандаш? А мастерские? Какие письменные? Карандаши точечные. Точек карандаши? Ну, любая работа начинается с карандаша. Будь то художник, будь то дизайнер, все начинается с карандаша. Карандаша и бумага. Целую линию можно давать. Ну, вот, собственно говоря, вопрос тогда, вот как раз вот это вот слово «арт» в названии поселка, оно как-то сбивает немножечко с толку, да, потому что то, что мы видим, это, несомненно, природа, да, вот в образе. Это природа, это какая-то, возможно, да, чистота, там вот что-то такое зеленое. Почему там оказалось это слово «арт»? Да, это не стандартный дескриптор. Сейчас, если посмотреть на коттеджные поселки, у всех уголовный дескриптор коттеджный поселок. Я хотела выделиться из этого большинства. Тем более у меня именно не фасцинировано просто, я говорю, как коттеджный поселок, община, где есть какие-то тематические... Ваша целевая группа – это художник. От 25 до 40 лет мужчины, женщины, семейные, а не семейные, которые либо имеют профессию в сфере, в художественной сфере, либо хотят ее получить в ближайшее время. А вот что именно в созданном вами образе должно привлечь именно эту целевую группу? Мне бы хотелось понять, где вот та заманка, да, для вот этой целевой группы, которая должна сработать, да? То есть вот что конкретно художник сделал? Смотря в чем, если это наружную рекламу, то приказ как минимум... Все, но речь идет о все-таки вашем логотипе. У вас чистый такой сам... образ на среднем. Вот они, вот портрет, по-моему, да, целевой группы, да. То есть, понимаете, вот сам сочетание самого стиля, который вы выбрали, да, название поселения берег, да, и самого, собственно говоря, заявки, что это арт. Должна быть взаимосвязь. Мы, может быть, у вас что-то задумано, мы хотели услышать, какая взаимосвязь между арт-поселением, берегом и самим стилем визуальным. Лена, верни, пожалуйста, на первый тот же самый. Во-первых, сама разработка логотипа занимает четкие пропорции. Людям с художественным фоном, у них уже там, сразу месяц, у них это вызовет интерес. Во-вторых, берег не можно понимать в другом смысле, как буквально, то есть это берег реки, где там, вода, отдых, так и приносит смысл, что это как бы, место, для которого хочется остаться, как берег жизни, причал творчества, то есть и все вместе с поселением это должно вызвать такие приятные эмоции.
информации для человека, который ищет, где бы жить. Ну, именно для художника. Давайте тогда немножко по-другому сформулирую вопрос. Какая черта характера, да, отличается его группа, которая сработает на ваш... Чувство прекрасно. То есть чувство пропорции, это главное. Нет, прекрасно. Это прекрасно. Экологичность, это не так. Вопросы есть? Нет, ну еще можно вопрос. А вот у вас вот эта продукция, есть такой слайд этой продукции? Там, да, там один из. Ну, смотрите, непоследовательно, у вас есть элемент, это зеленая линия, и есть вот эти уголки. Почему же на конверте пропадает эта зеленая линия, а на бланке пропадают эти уголки? Ну, я просто показала, я не так, что варенье собаки, мне показывали, что есть различные варианты, что можно выбрать как видоискатель, так и отдельных конвертов, там в тех же бланках может быть несколько штук для разных целей, там, для привлечения клиентов какой-то один, для внутренних, в конце компании. Нет, ну вот здесь что-то у вас и с уголками, и с линией, то есть какой-то конец, что-то палки, что ли? Да, для клиентов. Юля, скажите, блокноты это да, я не сказала. Это сувенирные блокноты. Там какие-то страницы вот нарисованы с какими-то элементами, ну, типа дают, да, простор для фантазии, ты это рисуешь, что ты видишь. Какие-то могут быть просто могут заметить для личных использования. Это может проявить, вызвать интерес как же детей. Когда они приходят в офис продаж, они могут найти чем заняться. Основными достоинствами работы я считаю интересную целевую аудиторию и способы внедрения фирменного стиля в различные носители. График логотипа приятно обыгрывается и теряет свою узнаваемость. Недостатком считаю отсутствие взаимодействия с реальным архитектором и студентским дипломником дизайна среды. С этого проекта многое потерял. В случае создания таким студентом уникальных моделей домов, проект Бобровской заиграл в одном ключе. Оформлена работа сама хорошо, замечаний нет. Считаю обязательным присвоение дипломнику соответствующей квалификации. Ну, вот за руководителя, за точку. Значит, хотелось бы сказать о Юле, на самом деле, что это такой неутомимый труженик, который, на самом деле, ну, скажем, переделал огромное количество работы. Я могу сказать, что те затраты свои эмоциональные, которые она затратила, наверное, хватило бы на два диплома, поэтому я считаю, что это на самом деле много стоит. Вот. Как уже говорилось, что действительно было переработано очень много вариантов стилистических, особенно с точки зрения, сказать, формирования, сказать, знака логотипа. Вот очень долгое время, сказать, не могли выйти на какое-то, сказать, определенное решение с точки зрения, правильно здесь было говорила, с точки зрения арта. Вот. И, ну, скажем так, я со своей стороны пытался, ну, скажем так, понимание арта, как вообще, да, там, вообще искусство, оно, на мой взгляд, достаточно разным у всех. Да? Это как восприятие цвета. То есть есть как бы классическое там определение, да, там, но если идти дальше, как бы, да, то на самом деле, особенно в современное время, сказать, многие по-разному это воспринимают. Вот. И первоначально я там думал, что вот, ну, я обладаю определенным пониманием, что такое арт, как он должен сформироваться с точки зрения визуального ряда. Вот. Но потом как-то не получалось. И потом я понял, что, ну, наверное, причина в том, что я навязываю какое-то свое зрение, свою точку зрения. Да, там, наверное, у Юли есть свое понимание арта. Да, там, и может быть оно может даже более правильное, чем мое. И поэтому в этот момент я сказал, что, ну, как бы, попробую сама проявить вот это с точки зрения стиля, да, и сразу стало все получаться, да, вот я считаю, что это как бы вот ее взгляд
Да, может быть, он не совсем как бы, там, всем подойдет, как бы, да, но это как бы вот ее взгляд на арт. Как бы, да, и с точки зрения стилистики, я считаю, что у нее получилась достаточно цельная такая выдержанная история. Вот. Да, конечно, здесь вот говорилось о цели, что не хватает, скажем так, архитектуры. Мы об этом тоже говорили, но, к сожалению, у нас действительно не было привязки. У нас была первоначальная идея объединиться с кафедрой среды, но так и не получилось. Почему? Потому что они тоже как-то у них свои проекты. В общем, у нас не получилось объединение, поэтому, сказать, пришлось взять как-то абстрактную какую-то среду, абстрактный поселок. Вот. Если бы было бы реальнее, как бы, я думаю, что он бы действительно, сказать, более цельнее получился. Но мне кажется, если действительно, сказать, этот стиль применить с точки зрения реального проекта и адаптировать его туда, то получится достаточно хорошая с точки зрения функции и эстетики истории, с точки зрения стилеобразования. Вот. Мне кажется, достаточно большая работа была проделана ею. Она, сказать, на мой взгляд, сделала невозможное для себя. Вот, проявила свои профессиональные качества максимально. Вот, работала, можно сказать, за десятерых. Поэтому я считаю, что в целом работа удалась, хорошие планшеты. Вот, на мой взгляд, здесь есть поле для развития с точки зрения уже конкретной реализации.